Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Ты дурак, да? Ты зачем какашку поел, ты дурак? Иногда, брат, понимаешь, хочется. Ну, хочется фетиша, да? Ну да. Понял. О, я убил одного. О, сейчас убью второго. Туда на хату в лобби, чела. Братишка, ты под чем-то, да, братишка? Ты что, употреблял? Под поносом. Только понос. Все натуральный. Натуральную еду только ты кушаешь, да? Да. Негра именно. Понял, братан. Тут у меня челик. Иду. О, уже нету и челика. Отыграл. Еще на втором этаже этот, как его, чел. Давай, из бутылки фас. Кажется, он спрыгнул. Не, у упора нет. А он на треке. Нет, сюда. О, сегодня у меня летит хорошо. Да, я вижу, летит так понос. Именно мне экран. Почему? Мне кажется, или твое любимое слово это понос? Но. Друзья мои, поставьте лайк, подпишитесь на канал, добро пожаловать, давайте наберем 2000 лайков. У тебя что в упоре, братан? Да. Подожди, а как тебя обратиться? Нет, смотри, как к тебе обращаться, типа понос? Боже, а он смотрел. Плохой мальчик. я не зажал, это просто этот, как его, случайно получилось. Бабочка на мини, понимаешь? Не, я ему три головы дал, урон не прошел просто. Да, я видел, кстати. Да. Тебя поднять? Да, конечно. Или сам поднимешься? Не. Как говорится, кто не падал, тот не вставал. Так что ты упал, да, я тебя сейчас подниму. Да, понос только кушал и всё. Свой мафрит. Ты местный, любитель поноса, бля. А как тебе обращаться вообще? Давай как... Понос, нет! Кто? Понос, нет! Ну, типа, понос, кушай. Значит, так, салам, как ты, Джордж, валейкум, салам, нормально, здоровья тебе и твоим близким. Не забывай про лайки и подписку на канал, ведь он бомбовый стример. Спасибо огромное, братан. Спасибо огромное, Джордж, за приятный сон. А ты, у тебя есть какие-нибудь таланты? Ты умеешь петь, садиться на бутылку или что-нибудь такое интересное делать? О, именно на бутылку сажусь, только каждый раз. Во сне. Опа, прям так. Ты случайно не друг Марса? Он тоже по бутылкам эксперт. Да. Именно он. Ну, не он, но понос кушает. Бля, почему ты такой мерзкий? Почему ты поносы ешь? Не знаю, мне нравится. Блин, вот я вот почему-то хочу вот тебя прокачать. Хочешь, я тебя прокачаю, имею в виду, прокачку тебе на аккаунт сделаю? Как, типа, логин, пароль, туда-сюда, как понос? Да. Или как? Ну да, на ролик, на канал там можем сделать. Ты очень интересный персонаж, как по тебе интересно, да? Зрителям будет не... Сейчас я спрошу у зрителей. Пацаны... Бля, давайте так сделаю. Сделайте вид, типа я его. Бля, я знаю, что хочу? Я с ним контент хочу сделать. Я хочу, типа, его аккаунт буду прокачивать и украсть его аккаунт. Посмотреть на его реакцию. Алло.
Слышишь? Алло, нет, нет, брат, нет. Ну я так подумал, нет. Почему? Нет. Давай, зрители хотят. Ну, все пишут. Ок. Ну, понимаешь, брат, понимаешь, что. Аккуратно. Понос, слышишь, давай там прокачаем тебя. Голову дал. Ну давай я тебе, давай я тебе заплачу и про это. Ну я же и так-то буду платить тебе на прокачку. Ну да, не знаю. Что скажешь? Ноль. Ты хороший, дальше за кем-то. Давай я тебя прокачаю. Да нет, брат, понимаешь? Я иногда смотрю стрим, понимаешь, брат? Не, я серьезно говорю, это шутка была насчет стрима, это я шутил. А так, давай я тебя реально прокачаю. Брат, нет. Ты не хочешь прокачку? Нет, не хочу. Вот. Выбери. Ты не подожди, ты получается, подожди, ты мне не доверяешь? Ну, доверяй, конечно, но. Ты хоть раз в жизни видел, чтобы я кого-то обманывал? Я же тебя не обману, зачем? Я наоборот тебя прокачаю твой аккаунт, у тебя будет топовый аккаунт, все будут завидовать тебе. У тебя и так топовый, но будет вообще топовый. Тебе будет, блядь, завидовать все. Ты будешь, блядь, звездой Ютуба. Как понос негра, именно негра. Да? Осуждаю не негра, а чернокожего. Ну да, набивает. Африки побивал, ну да. Ну что, договорились? Давай да, братан, сделаем это. Как тебе идея? Что с вебкой? Я не знаю, что вы говорите, вебка. Не знаю. Не, вебка имба. Нормально же вебка? Не, блядь. Да, тренировка была. Ну что, давай мы тебя прокачиваем. Друзья мои, давайте наберем 3000 лайков, и я его буду прокачивать. Ну смотри, я на стриме, я тебе клянусь, на стриме ничего палить не буду. Мне нужны такие интересные персонажи, как ты. Ты реально интересен. А у тебя программа для голоса тоже есть, да? Да, именно телефон. Да, красавчик, подсосал. Молодец, подсосал. Ты с кем там болтаешь? Я тебя вообще не слышу. Я сам с собой, ну понимаешь, да? Подожди, стой, я... не умирай. Я вся на гетатину, понимаешь? Их убью тайно. Как будто они думают, что я тупой. Опа! Кто накидал? Ноги тебя! Уду! Ты встал, сам встал, да? Хорош. Да, как понос. Аккуратно. Убей его, хорош, понос, хорош. Не, смотри, понос это как-то, блин, грубо звучит. Давай тебя какой-нибудь никнейм назовем тебя как-то. Ну как тебя друзья называют? Меня понос. Ой, меня называют иногда. Ну, тупой, блин. Иногда называют. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Подними! Ставь стенку, сука! Лучше. Лучше просто. Я сказал, ставь стенку лучше. Да, я лучше. Где сел? Пошли на ярину. Подожди, ори, подожди. Там тачка, нет? Улетай, ты должен жить. Да. Я вижу. О, туда мой дрончик. Давай живи, брат. Ради меня. Да,
тебя все как понос. С тобой все в порядке. По-братски пончику заспаем. Сейчас, подожди, не сейчас. Подожди. Тормози, не ори. Окей. У меня челленджи, да. Ну да. Ты умер? Туда мой бронь. Бронь отдыхает. Зачем? Блин, ты как умер? Зажали, брат, понимаешь? Зажали из этой МД-14-3, который прокачивается. Прокачивается на поносе, понимаешь? Ты кроме слов понос, другие слова знаешь какие-то? Но. Понос. Ну реально, как тебя называют друзья? По-братски, гильдия, а еще лучшая гильдия в Таджикистане. Сейчас будет меня. Как? Меня называют, ну, так меня могут назвать. Форсетти, не знаю. Английские очень умеют. Подожди, братан, у меня тут. У меня сзади? А у тебя сзади, да. а у тебя сзади был чел? Да, как понос. Тебе нравится, когда у тебя сзади челы? Да, хотят понос у меня сзади, но я им не даю понос. Ли, давай мы тебя прокачаем, я тебе серьезно говорю. Ну, брат, ну я не хочу, понимаешь? Ну, я тебе серьезно позже отвечаю, как будто, ну, понимаешь? Серьезный ответ, серьезный вопрос, серьезно ответ, серьезно... Сейчас, погоди, порепетируйся. Блять, что за фигня? Серьезный вопрос, серьезный ответ. Вот так вот я хотела ответить. Ну реально, он умер. Не, а ты что, реально не хочешь, да? Нет. Ну ты бы стал популярным. Ну тогда все, тогда после этой катки я другого возьму, с другим сыграю, раз ты не хочешь. Ты знаешь, как понос так нужно делать. Ты зачем так делаешь? Почему ты такой агро? Ты агро. Агро-мальчик. Почему ты такой агро? Там как? Как? Какая-то моя. Ты агро, братан. Что с тобой? Ты чё, блядь? Я бегемот. Ты сегодня не ел вообще, да? Только понос. Только понос кушаешь? Да, натуральный понос, нет, гордон. Натуральный блондин. Вот я тебе поставил стенку. Сейчас ракетку закину. Не будет плакать. Туда. Ноль. А нет, 24,5 закину, да. Затащи, пожалуйста. У меня нету оружия, аптечек нет, ничего нет. Братан, не как Махмуд. Как, блин, затащить? Ты сдох, блин! Голд 500 лайков поставь! Скажи, чтобы лайки поставили! Скажи, чтобы лайки поставили! Любую оружие, аптечку! Что? Где стенка, блин? Живи, блядь, сука, живи, блядь. Вак!
ты чё орёшь? Просто быстро. Что у меня мастер? Не убиешь, жизнь не мастер. Как такое? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст неудачи и всем пока-пока.